Я хочу поговорить об этом парне. Он вел себя как какой-то секретный агент. О, нет, 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 нет. Привет, Джо. Простите, кто вы? Это тот парень. Я парень. Тот парень. Ради вашей безопасности. Что бы ни случилось. Не вставайте с места. О чем вообще речь? Не надо. Всем лежать! За нами никто не идет. Или я убью себя, а потом ее. Родни! Родни! Пуля прошла на вылет. Кости и бедренные артерии не повреждены. Все просто классно. Получишь повышение. Классно? Кое-кто будет теперь за тобой следить. Зачем? И ты не должна садиться в машину к незнакомцам ни в коем случае. Мисс Хэббенс, вы не присядете к нам в машину на минутку? Скажут, что ты в безопасности, значит, собираются тебя убить. Постой, что? И куда мы едем? Не беспокойтесь, вы в безопасности. Опасности нет. Вы это уже сказали. Нападение, нападение! Уходим, уходим! Привет, Джун! Шикарная пати! Или блузка! Жесткач! Если ты сама по себе, твои шансы выжить вот такие. Со мной — такие. Без меня — такие. Со мной — без меня. Со мной — без меня. Джун, дверь! Есть! Как дела, Соня? И что теперь? Мы едем в Европу. Сдавайся. Это лучший вариант для людей, которые тебе так дороги. Очень красивый город. Да, самый красивый из тех, где я была. Он играет с вами. Он шпион. Это его работа. Я уже не знаю, чему можно верить. Джон, у нас проблема. Нам надо держаться вместе. Готово? Да. Привет, парни. Поиграем в шпионов? Ты должна быть дома. А ты должен быть мертв. Давай, давай! О, боже! Выки. Простите, но вы пытались меня убить. Знаю, похоже, что дело дрянь, но мы спасемся через пару минут. Все под контролем.